Доля побед на спектре где-то 60% винрейта у него. Ну, ладно, 65, наверное, где-то. Ну, возможно, парень что-то дознает. Что это так рано сегодня начал? Ты в смысле рано? Нормально. Типа в 8.00 по обычному таймингу. Ломаем кабину, давай. Блин, тарантяра медленный. Наверное, был молнии надо было качать. Пусть на 20 больше. Хотя ладно, нормально, кабину поломали, тебя посадят. О, это я могу харасить? Вообще изи. Так, ну собственно, я своей, по своей обыденности буду сейчас собирать Рубена физического. Ну фу. Нормально, нормально. Ты думал, что Гачи больше не будет? Я ничего не думал. Я сидел в засаде и выжидал. О! Тварь! Тварь! Умри! Мою трогай ногу! В смысле, как ты крипа задонайл? Блин, у него хил так-то немного. Там, правда, этот хер его регенит просто пассивкой. По приколу. 9 регена, охуеть. Его харасить бесполезно сейчас. Вот это вот только если харасить. Не-не-не-не-не-не, меня не трожь. Надо с членом пытаться закусываться на кулаках. Все, нормалды. Заготовочка есть. А, блин, омикруш, супер ручел. Это ради резиста, наверное, чтобы я молнии долбил. Хитрый, зараза. Ничего, я тупо на кулаках справлюсь с вами. Знаете, есть антимаг, а есть Рубик, который играет как антимаг, кулаками дерется. Вот это я. Ну-ка, фу! О! Охренеть тут крипов! А, он гниду мелкую приручил, надо ломать ее. Надо крысу по-хорошему сломать. А то этот микрострей сейчас такие мысли будет тут и давать, что мы вообще не сможем с ним ничего делать. Охуеть, сколько хп у крысы? Как ее убить? Вообще не умирает. Так, ну по таймингу я должен к 8 минуте опять кортик купить. Блин, чен просто реген машина, охуеть. Просто своим присутствием настолько жестко хуярит, ай. На Рубика перешел? Ну вообще да, мне очень нравится на Рубике играть. По последнее время я что-то дико на него подсел. Плюс эта стратка через физику, она меня прям дико воодушевляет. Я раньше не понимал, как через физ Рубика играть. А потом как понял. И пошло-поехало. Сабдей звучит как Гачи Пати. Ну так-то да, у нас тут своеобразная сосисочная вечеринка. У нас тут девушек не бывает. Так что можно и сказать, что это хачипати происходит. Девушки бывают? Ну, девушек очень мало. Ну, знаешь, в процентном соотношении их 5%. Тут 95 сосисек и 5 девушек. Все, кортик на месте, осталось ПТ хотя вынести и закусываться с, на кулаках. Вот он опухнет, если сейчас я ему на лицо настучу. Время гнить, тварь! А погоди, если я украду... Он наш, полюбас у нас, да. Белка только нажала. У нас белка у нас, осторожнее. А! Надо разминать, разминать молодого. Не понимаю, что он хотел... Ух ты. Это что, ганги? Легче там с гангами на белке. Дай кнопку. Да ну нахуй! Ух, я аж обосрался, думаю, сейчас орать будет. А я тут скипать не успевал. Шматочка блесную. О, я бы не отказался от киноптика. Так, дай-ка. Время гнить. Хорошо гниет.
Никакие чены тебе не помогут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вау. А чё это, а чё это? Снег повлиял на ВС. На сугроб перед моей машиной в полметра. И на Кирилла, который косячит уже несколько часов. Мысли? Я еще не косячил. Ну ты как обычно, у тебя, я так понимаю, уже минималка. Это 555 рубасов. Каждый раз, когда на стрим заходишь, с такими огромными суммами... Блин, мы скоро всю команду сюда стянем. Не, ну спектра в говне. Она, походу, в фастраде хочет купить. Тут их трое или четверо, я не понял. Чё их так много здесь? Белка здесь в лесу шкерится. Я боюсь усоваться, белка меня типа шотнуть может. Я так понял, ну мы тут самые опасные. Ну если настолько большое количество нас тут решило разбить. Что-то как-то жестковато немного. Это сколько у меня стрела, пердеж, орех. Блин, очень много для одного Рубика взлетело в меня. Со мной не поздоровался? Да я не знаю, как с тобой здороваться. У тебя никнейм, я тебе много раз говорил, как будто ты... Сыграй на вайпере, пожалуйста. Да вообще без проблем. О, это смертник пришел. Изди. Да, кстати, 43. Я вот не знаю, как с тобой здороваться. У тебя же никнейм, как будто ты головой об клавиатуру ударился. И, собственно, как мне к тебе обращаться, я не понимаю. Так, ну Радик он купит где-то к минуте 20, если с такими темпами. Войт, на низ ТП. Если будет фармить такими же темпами. Это Вайдяра, у меня физ билд. Поэтому я себе коготь забрал. Я гей? Не. Интересная информация. Но у меня уже почти 200 урона с руки. Нужно быстрее 15 получать, там глядишь, уже и доебало дособерется. Я хочу драться! Дайте подраться. Ой, это я так могу делать? Нихуя, нихуя, нихуя. А чё это я стрелу не увидел, чё за бред? Я видел стрелу, но она резко пропала из вижена. Ты... А... Ого, там стаков. Челики. Ого, я иду, 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 иду. Ну, мы это... Того этого. То мы можем за них подраться. Мы можем, я спокойно. У неё рай. Вообще похуй. Нам хоть дальше, блять, парни. Ты что тут дерешься со мной? Ты хуйня. Хорошо. Блин, как мы упустили, что здесь так много стаков было? Охренеть. Сейчас следующий забираем. На хазах. Нет, там нету. Только тут были. Блин, я отвлекся. Я посмотрел на мини-карту, увидел Мирану, посмотрел вот сюда, увидел стрелу Халибала и помер. Даже не осознал, как помер. Опа. Конечно, чен у них жесткий. Блин, я закусился бы со спектрой сейчас. Они жесткие, за что он будет дыхать этих рубиков. Ну что, там заберешь их вот этих? Что-то соло да. Получается. Блин, я в обратку рассыпаюсь, конечно. Уезди подраться. Я готов драться. Уже почти левел готов. О. Где-то белка была. Она в нашем лесу, наверное, бегает. Ага, там чен. Вон он, вон он.
Это шанс его сейчас разгрызть за пару тычек, если он меня не видит. Вообще похуй, лол. А он там же крипами отдельно сам делает стаки. Понял, сейчас уберу. Так там заблочен, он не заберет, он не застакает. О, а сейчас если на меня нападут, я их просто разломаю на кусочек. Да-да-да-дам, я второй раз на эту хуйню не поймаюсь. А нет, надо БКБ тарить. Чтобы меня вот так за жопу больше не цепляли. И чтобы я в обратку не разбивался. Я могу Мирану разбить так-то. На телекинезе поднять, там тут дым, все дым, она умирает. Можем попытаться вместе. Но мы вместе подраться. Где она, где она, где она, где она, где она? Вот один. Там кто-то поймается. Я успел! Вот это лошары! Ну чё, мужики, 300 урона? Вижу цель, не вижу преград. Блин, и ты тут со своими пельмешками, блин, на Окситиксе. Таня про пельмешки, ты про пельмешки, все пельмешки. Эй! Закрыл тебя. Да нет, папа, покажись! О, ты дебил, я понял. Значит, сюда кончится, надо зайти. Сражался как мужчина Таталова. Ну блин, неприятно, когда тебя типа разбивают, ты не можешь ничего сделать. Ты будешь бить в обратку, будешь умирать. За меня насыпали 650. Ну куплю себе, короче, думаю, БКБ-ху, потом манту. И просто в тот момент, когда на меня нападают спектра, буду активировать манту и разламывать его на изи. Вообще похуй. Он еще не знает, на кого он тут ручки, блин, тянет. Надо ПТ-ху еще на силу переключить. Надо больше, чтобы ХП было. Чен. О, это мой. Правда, как же я разбиваюсь в обратку? Я пол хлебала себя от обратки оторвал только что. Чё ж на фоне-то включить, чтобы мне на мозг не давило? Это чё не включу, все на мозг давит. Типа это вроде бы и нормальная музыка, а вроде бы она такая, блин, грузная, гнузная, блин, непонятно. Вот приятно. Так, ну тут выбор очевиден, я бы сказал. Так, они не в инвизе. Белка, возможно, просто на ТП ушла. Робит, пойдемте там. Там ползи. Мы уже спалились. Воду стаки. А, ясно. Опять стакает. Ай-яй-яй, а чё ж меня-то отлетает эта хуйня? Ну они хитрые, они на стаках пытаются выезжать. Типа, неплохо получается у них. Со спины захожу. Соло. Вышли? Это я критули выписал. А не соло. Ну я без ульта. У нас спектра тогда ломает. Я ультом. Блин. Ааа. Но наш меня фокусит. Я, конечно, охуевший такой на Рубене, прыгаю, тут всех ломаю. Меня, кстати, поделили за 300 голды, это хорошо. Но спектра уже проблемы становятся, я не могу спектру убивать. Нужно что-то придумывать, чтобы я мог спектру убивать. Как-то переживать ее хаунт нужно. Ну, типа, манда хорошее решение, у нее пассивка не будет прокать, она не будет чистым уроном меня долбить дизлейтом. Но на Рубика манда странная, немножко. Сделаю. Эй, а где крипы? Опять ты ее хуяришь. Че она, блин, так бегает от меня, блин? Надо было бы дождаться, когда она прыгать начнет. У меня тоже такая штука есть. Ну нападайте на меня теперь, семеро. Так, а спектра без хаунта осталось. Че, у нас челики живые?
Так. Нахлый морда меня хочет потрогать. YouTube не рассылает уведомления? Да я знаю. Частенько говнюк так делает. Просто YouTube плохо работает, так скажем. Что-то как-то изи получилось. Львой зашел без смоков. Это хуево. Как бы сейчас хаунт не нажали и как бы нам все не испортили. Быстро. Однако быстро. Петра. В смысле, я от чего помер? От ореха? А, ну да. Лол. Меня просто шальной орех отлетел. И я помер на лоу хп. Я думаю, после манты я себе что-то на вампире куплю. Что-то по типу сатаника. Ну, чтобы вот так вот не охуевать от обратки. Я прям дико в обратку разбиваюсь. Я не думаю, что игра до сатаника дойдет. Она, скорее всего, может прямо сейчас закончиться. Хуя, он наглый. Может. А, все, я это конечное. Блядь. Они не могут. Без спектра они не могут. Ого. Нет, я сдох не потому, что я братку долбил, а потому, что в меня как раз таки орех пролетел. Но я не могу себя убить в обратку, когда я БКБ нажимаю. Там орех отскочил в меня.